Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами распаковочка и обзор моего первого заказа по январскому каталогу. Давайте посмотрим, что я получил. Ну, это мой служебный заказ, заказ координатора, я говорил уже много раз. А здесь я получаю в основном демо-продукты и то, что компания вкладывает нам для работы. Но иногда что-то еще я заказываю. Ну и сразу начнем. Начнем с новинок. Я заказал новинку. Это пена для ванны. Вот я, кстати, сейчас вам и не скажу. То ли она по демо-продукту приходила со скидкой, то ли это с журнала Focus. В общем, самое главное, что это новинка. Я ее заказал. И скоро я буду пробовать, тестировать. Мне интересно. Я вам свой отзыв расскажу, естественно. Это тоже новый гель для душа. Посмотрите, какой он интересный. Как переливается. Это тоже можно заказать с журнала Focus. Кому интересно, в журнале Focus они доступны, но без скидки, друзья. Обращаю внимание, что продукты эти будут без скидки. Это тоже новиночка. Лосьон для тела 400 мл. Ягодный микс. Да, я смотрю, почему он идет на русском языке. Ну, возможно, теперь нам стали тоже делать, видите, польский разлив, но все равно он идет на русском языке. Но это хорошо, потому что очень сложно стало работать. Много продукции, которые на польском языке. И... Так, лосьон 720 мл. Это тоже в журнале Focus. Можно уже сейчас заказать. Кстати, хочу сказать, что цена на, именно на вот эти вот лосьоны более-менее адекватная. То есть, если вы берете продукцию с небольшой скидкой, то, в принципе, вы можете смело заказывать, не дожидаясь февральского каталога. Кстати, я его тоже должен получить. И сейчас, после этого обзора, приступим снимать сразу обзор февральского. Так, это уже точно знаю, что это по демо-продукту. Это наш новый аромат Ив Беком. Он стоит что-то 5 с чем-то в каталоге будет стоить. И вот он со скидкой 50% где-то обошелся в 2,5 или 2,300, я точно сейчас не помню. Будем тестировать. Кстати, я заказал их два варианта. Смотрите, я заказал один аромат. У меня была возможность заказать как победитель звездного клуба. В этом месяце последний раз я заказываю. Ну и теперь, если я стану победителем прошлого года, то буду снова заказывать. А второй аромат я заказал, так как я достиг Avon привилегии для представителей. В общем, поэтому здесь сейчас много будет путаницы. Но старайтесь перед тем, как размещать заказы, сесть все-таки вот это все в кучу информацию собрать, чтобы заказать все подарочки. А, ну и крем для рук. Крем для рук тоже это я заказал с журнала Focus новинку. Но он не выгоден. Он, по-моему, 570, что ли, тенге стоит. На него скидки нету. Я не знаю, сколько он будет стоить в каталоге в февральском. Но я решил его до кучи заказать, чтобы был весь комплект. В общем, вот такой вот крем. Так, что еще? А, еще одна новинка. Гель для душа. Он идет 250 мл. Это тоже, по-моему, по демо-журналу. И у меня в своем личном координаторском заказе я забрал подарок. У меня было здесь 40 баллов всего лишь. И я себе забрал вот такой вот Today в подарок с лосьоном. Это у меня подарок по баллам. Так, это у нас аромат. Он у меня пришел с резерва. Он был под кодом 7. И вот он у меня вложился. По-моему, это тоже со скидкой 50%. Сыворотка для волос. Абсолютное питание.
Я не помню. Я не помню. По-моему, она вложена была за 7 баллов. По-моему, не помню я, друзья. Может быть, на заказе. В общем, фиг с ней, друзья. Фиг с ней. В общем, заказал еще по распродаже Viva La Vita. Это у нас Viva La Vita 10 мл. Потому что у меня есть полноценная версия. Мне нужно составить наборы. Вот, поэтому я заказал еще ее. И вот эти пробные образцы, это я заказал по Avon привилегии. Два пробника должны прийти в подарок. Вот такие вот. Ой, кстати, аромат тоже у меня должен был быть в этом заказе, но, к сожалению, он идет в резерве. То есть его нет на складе. Печалька. Вот. И еще пробники. Остальные пробники это можно было заказать с 50% скидкой. Но тут отклеились. Буду сейчас клеить. Ну и что? Ну и, конечно же, самое главное, чего мы все многие с вами ждем, это новый февральский каталог, который я сейчас после этого обзора начну снимать, чтобы вы его уже увидели на следующий день. Вот, друзья. Журнала Focus, к сожалению, нету. Журнал Focus идет в резерве. Его тоже не вкладывают, к сожалению, в этом. На первой неделе не вкладывали. Сейчас тоже отправил заказ. Еще не смотрел, обработали счет фактуру. Вложили его или не вложили. Но вот, в общем, друзья, вот такой вот небольшой заказ. Жду еще основной. Огромный, поэтому если будет возможность сделать обзор распаковочки, я, конечно же, сделаю. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ждите мой обзор новинок, я их все протестирую и сделаю видео, где расскажу, что понравилось, а что не понравилось. У меня на этом все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.